Привет, родные! Привет, привет, родные! Мы приветствуем вас и хочется всем сказать, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит этот день, да? Да, пусть чтобы этот день будет для вас хорошим днем. Особенным днем. Мы с Викторией сейчас в Риме, но мы сейчас уезжаем в путешествие, и у нас отпуск. Да, да. Первый отпуск. Да, первый отпуск, да, за очень-очень-очень долгое время. Да. И мы... Мы вас благословляем. Благословляем. Мы молимся за вас, и мы верим, что вы счастливые люди, у которых все получается. И мы просим вас, молитесь за нас, чтобы вот мы набрали сил для того, чтобы когда была молитва 11 декабря, да, чтобы явилась Божья слава, чтобы творились чудеса. Вот когда Виктория молилась, чтобы люди освобождались от страха, от боли, от боль потери. Знаете, всякая боль. Просто пусть это все уйдет. Нежелание жить и так далее. Там болезни. Многие люди в госпиталях лежат. Просто донесите до них, чтобы они включили телефоны, чтобы они смотрели этот прямой эфир. И пусть все едут туда, в храм Святого Духа, в Киеве, со всех стран Европы, со всех стран, со всех уголков Украины. Едьте, пожалуйста, на 11 декабря туда, в храм. И это будет молитва, которую, я верю, всем сердцем Бог услышит, и Он подтвердит это. Он явит свои чудеса. Сколько людей слилось, когда мы делали молитву в Днепре? Сколько людей вообще пережило Бога? Посмотрите. Сколько людей пережили свободу, да? Сколько людей действительно пережили такую радость и наполнились верой. Ты знаешь, берите с собой родные, близкие, берите с собой тех людей, которые больны, которые нуждаются. Как, знаешь, написано в Библии, как четверо друзей взяли расслабленного человека. Если бы не они, он так и остался бы парализованным и на, так всю, бы, жизнь. На всю жизнь. Но кто-то был неравнодушный. Я знаю, это ты, это вы, друзья, вы неравнодушные люди. Поэтому берите с собой знакомых, берите с собой тех людей, которых другой бы не взял. Больные. Но они нуждаются. Зависимые. Да, 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 да. И когда будет молитва, когда будет молиться апостол, мы знаем, что будут смертельные болезни уходить, будет рак уходить. Рак самых серьезных вообще осложнений. Стадии, да. Все это будет уходить. Потому что Бог явится. И когда Виточка будет молиться, будет уходить из души всякое вот это демоническое влияние. Суицид, страх. Вообще столько всего, друзья, Бог будет освобождать. Пусть Бог вас обильно благословит. Знаете, вторая глава Марка, прочитайте ее с первого стиха. Я даю вам задание. И будьте вот этими людьми. Бог написано, Иисус говорится, видя веру их, они прокопали кровлю дома, потому что дом был полный. Крышу прокопали и на постели спустили парализованного перед Иисусом. И написано, Иисус, видя веру их, Он не видел веру этого больного. Он не видел в нем никакой веры. Многие люди, они вообще даже не верят, потому что они не в том состоянии, друзья. Конечно, да. Но Иисус, видя веру их, сказал больному, прощаются тебе грехи твои. Он сказал, встань и ходи. Да. Ты тот человек, чью веру должен увидеть Бог. Амен. И должно произойти чудо. А мы молимся каждый день, чтобы на вас была эта Божья благодать. Огонь! Желание спасать людей. Смысл жизни ясен и понятен. Это исполнит волю Божью, волю нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит вас Бог. Любим вас. Любим вас. Амен. 11 декабря увидимся. Амен. Амен.
пока. Мы поехали. Поехали. С Богом! Давай. Любим вас! Пока!